Ладно, так. Надеюсь, я не попал. Да все уже начали, короче, да. Ну ты не попал, все нормально. Да все нормально, ты не попал. Все нормально. Всем привет. Да, всем привет. Тут Даняша зачем-то разговаривает. В смысле? Неважно. Да, кстати, логотип я забыл поменять. Это, в принципе, зачем вам эти логотипы вообще? Ой. У тебя есть еще время. У меня вообще есть логотип бандитов, а вот он. Господи, я уже подумал, что я где-то его забыл. Всех еще раз приветствуем, да. Прямо сейчас у нас матч. Из противоположной части сетки, если можно так выразиться. Я не уберу надпись «Дед лох» никогда. Скажем так, это... матч, пятый матч 1/8 финала с противоположной сетки, то есть, ну, первый матч второй половины сетки, вот. Raffles Barbecue встретится с командой Bandits. И что у нас тут из интересного? Ну, вообще, сама по себе встреча, как мы выяснили на открытии, самая такая равная должна быть, по нашему мнению, так как команды... Так, сейчас, секунду. Так как команды в целом довольно равные, и игра должна быть соответствующей, мне кажется. Сейчас, надеюсь, меня нормально слышно. Ну, вроде да. Ну, у меня бывает такое из микрофона. Просто я еще говорил далеко. Что у нас по стартовым составам играющих команд? Команда Raffles Barbecue. Зазэди, Спейсюк, Лорд и Дро. Моторик в запасе. И команда Бандиты. Бандитов. Кучиньо, Ньюби, Нескафе и Пузик Джан. Я засунул эту... статистику матчей туда в панике, когда понял, что эта фигня перекрывает карту. И не знаю, куда. Может, ее вниз вообще как-нибудь? Вот сюда? Ну, можно снизу слева как бы. Да, вот. Просто у тебя справа карта не включена, и справа у тебя IC стоят, а не бандиты. А, ну, под blue. Да, я понимаю. А, так, ну что хочется сказать. Raffles... Ну, как уже я говорил, такие инсайды тоже закидывал. Играют без Сленда. Играют в том числе и без Деда. Ну, Дед ушел в другую команду, соответственно. А Сленд уехал на отдых и турнир пропускает. Не знаю, весь ли, но, вероятно, всего да. Также из команды ушел Кона. Вернулся в Альянс. Это про все про Raffles. Ну, в команду пришел Бинс. Пришел Мотор, пришел Дро. И, по-моему, вот еще какой-то там... А, Пил ПК. Правильно я сказал, я никак или нет. Вот такие были пополнения на трансферном рынке у Raffles. Посмотрим, как это скажется на качестве их игры. Бандиты в свой состав, получается... Взяли на Скафе. Что? Как я понял, или нет? Нет. Ну, во всяком случае, на Скафе катается. Ну, он что-то, ну, видимо, ждут пока. А, вот, доктор Пиво зашел. Все, прошу прощения. Я тоже что-то как-то подумал, что... Как-то вот трансфер на Скафе, вот... Где я его мог пропустить, оказывается, его-то и не было. Все. А, да, бандиты в неизменном составе... Куч, Ньюби, Пузик и Пиво. Ну, собственно говоря, вроде бы да и на трансферном поприще у них тоже не было никаких изменений. Команда готова. Что хочется сказать? Почему мы считаем этот матч равными? Равных команд? Ну, наверное, хочется сказать то, что как будто бы игроки все в плюс-минус друг другу идентичны,
по каким-то критериям. Вратари очень хорошие. Лорд и Юби. Классные вратари. Вот. Но для бандитов может сыграть в плюс то, что ребята, ну, очень долго играют между собой. Ну, вместе друг с другом. И, соответственно, какая-то вот у них химия внутри команды, она все-таки выше, чем у Raffles. Поэтому это может такой, таким фактором стать решающим. Но в то же время Raffles берут своей какой-то, ну, наверное, вечной перспективностью. Все-таки мы уже и год назад заявляли про то, что игроки там типа Мотора, они перспективные. Ну, вот прошел год, а Мотор играет все в тех же командах, условно говоря, и сейчас даже не выходит в старте. Ну, в общем-то, мы начинаем. Ну, дед Лох, это как бы... Опять я захватил стрим у Олега. Олег, ну ты говори все равно. Я говорить? Ну, если тебе есть что сказать. Да блин, я пока картинки фиксил опять, это капец. А, в общем, я все правильно делал. На этот... Дед, завали ебану. Блин, ладно. Сколько можно, а? У тебя там этот экран, нолик нажми или что там? Ну, у тебя... Ой, ну, момент свой. Нуби. Какой-то дальний такой вот бросок. Ну, хотя бросок, кстати, неплохой, на самом деле. Да, классный бросок, на самом деле. Ну, здесь вот так вот резко Raffles начали. Прям даже не знаю. Это интересно. Raffles, насколько вы помните, прошлый турнир играли под франшизой Dream. Raffles Dream. Сейчас у них произошел очередной ребрендинг, ренейминг. Новая франшиза появилась. Raffles Barbecue. Закончу после момента дро. Хороший сейф от Ньюби. Очень классно выкатился Валя здесь. Дро все-таки хотел поймать его на ошибке, а Валя перехитрил его еще, скажем так, на два шага вперед. И сразу момент у бандитов. Тут высоко летит бросок у доктора пива. Да, Raffles в очередной раз поменяли франшизу. Теперь это Raffles со вкусом барбекю. Я, кстати говоря, такой вкус одобряю. Что ж, но состав, к сожалению, по сравнению со своей прошлой версией Dream ослаб. Я про это уже говорил. Вот, ну посмотрим, насколько Raffles вообще способны показывать себя. Так как в любом случае им придется начинать следующий сезон в дивизионе Б. Так как они злополучно вылетели от Nyan Team в серии стыковых матчей. По-моему, все 5 матчей, да, было в серии там сыграно, не помнишь? Да, там было полное, было 5. Вот, да. Просите немножко картинку отдалить. А то это там я слишком близко. Уже. Угу. Вот. Что из. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать про Raffles. А, ну, у Raffles, кстати, еще играет Knight. Не знаю, почему его сегодня нету. Ну, слушай, в принципе, я думаю, что это основной состав Raffles, если не считать отсутствие Свендера. Ну, как будто бы да. С тобой соглашусь. Все-таки вот эта тройка, она, наверное, вот действительно вот в отсутствии своего капитана, она, наверное, самая боеспособная среди всех возможных вариаций составов, которые могут представить Raffles. Я напомню, что у них 10 игроков зарегистрировано. И смотри, дро. Понятно. Какой-то опять незамысловатый бросок. Ну, здесь Ньюби как-то вот интересно встал. Ну, Ньюби тут попрыгал даже и что-то ловил кого-то там сзади вот вратари, себя. Вратари в 2010-х. Да, вратари, мне кажется, в 2010-х примерно вот так же играли. Ну, смотри, уже 2-0 счет. Как-то вот мы, мы говорим. И игра-то пока в пользу Raffles. Ну, да. Вот и Найт в чате появился. Ну, пока что-то вообще у бандитов ни одного момента не было, вот кроме того броска доктора пива, который был
выше ворот. Неточная передача от Куча. И у Дро есть новый момент. Кстати, что я заметил, вот играя товарищеские матчи против Раффлс, замечал такую тенденцию, что вот если Дро забрасывает, допустим, там, одну-две, то все, он в ударе. То есть сегодня в этом матче Дро, мне кажется, еще как минимум одну-две точно забьет. Вот, и команда тоже начинает играть чаще на него. Даже вне зависимости от того, что там у них есть Зейди, который, насколько вы помните, выиграл там одну из номинаций. Кстати, у него сейчас момент. Ну, вот, да. Мимо. Как-то хладнокровия, что ли, не хватило завершить этот момент. Очень такой, ну, не самый сложный, наверное, момент для нападающего был, ну, мимо, мимо. В стиле деда, наверное, это было сыграно. Вот, да, продолжу свою мысль. Почему, даже несмотря на деда? Даже несмотря на то, что в их составе есть Спасюк, есть Зэдди, который там выигрывал... Хорошая тут... Ух. Ну, еще добивание. Выиграл номинации, здесь еще и штанга. Не могу сейчас закончить мысль. В общем, играют на дро, даже несмотря на то, что есть игроки как будто бы более статусные, если можно так выразиться. Ну, кстати, хочется отметить, что у бандитов отсутствует некро Вараны. Наверное, самый техничный игрок в их составе. Наверное. Не знаю, его давно не видели. Наверное, никто его не видел. Инсайт из чата Raffles. Дро единственный, кто не нервничает в этой игре. Ого. Ну, на то он и забил сейчас две шайбы. Да, пусть не самые эффектные, но зато эффективные. Ну, как-то игра вот, за исключением, наверное, тех двух очень unlucky моментов в исполнении бандитов, игра как бы пока за Raffles. Ну, смотри, здесь опять штангу попадает. Но здесь классно хотел сыграть на таком, на противоходе. Да как будто бы нормально по шайбе не попал. Как будто бы изначально направление броска в дальний угол. Да. Ну как-то вот чуть-чуть бандиты не смекают тебе на лаймов минут 40 назад. Как будто бы вот подходы есть, но вот то в штангу, то мимо, то как-то... Да нет, справедливости ради, прям ну, очень посмотрим. Хорошие угрозы воротам Серга не было. Были ну, подходы, здесь... но хорошего броска не было. А здесь как бы вроде были. Может тут быть. По лорду пока еще ни разу в створ не бросили. Да, но тем не менее они подошли в упор. Но подходы есть, да. В упор подошли, но пока как-то... Вот пока вокруг да около. Ну, ждем гол от Нуби, на самом деле, в принципе-то. Вот опять дальний бросок. Вот. Смотри, как Зэдди это хорошо подставил. Валя ждал то, что шайба будет дро. Ну, от дро как бы там идти. Вот он уже готовился ее засейвить, а здесь смотри, как Зэдди ее чиркнул. И вот переправил, и все. И для вратаря это тильт. И счет уже 3-0. Игра-то уходит из-под рук у бандитов. Как будто бы вот... С 2-0 еще все реально, а 3-0 потихонечку игра. Чаша вот этих весов, она склоняется в сторону чипсоедов. Все так, и тут выход 2 в 1 потенциальный. Фустератор обыгрывает пиво. Есть передача на Зэдди, но Зэдди что-то куда-то там уехал. Это была не передача, это была попытка... Ой... И тут и можно еще даже добавить, но нет. Здесь Валя, да, нейтрализовал. Бросок створ первый по лорду. Что я хотел сказать? Да, это от фустератора был бросок, потому что, видимо, думают, что Ньюби настолько не видит ворота, что этим можно пользоваться, но как будто бы сейчас это не сработало. Ну, капец, тогда не уважают Нуби. Ну... Молодые, не чтят легенд их плейстайлы. Ошибается куча передач. Кстати, пока про Куча ничего сказать не можем. Хотя в прошлом сезоне он, ну, скажем так, хороший перформанс. Там Егор, я помню, очень много каких-то там статистических сводок было.
что там за одну игру кучу забрасывал, как там за сколько-то лет. Ну, в общем-то, хороший сезон в целом был для него, но сейчас пока его не особо-то видно. В этом противостоянии уж точно. Нуби с первой попытки не попал по шляпе. Тут фустератор бросок его подстраховывают. И пиво. На первый взгляд, неудачная передача, но все-таки она дошла до пузика, бросок Лорд засейвил. Да. Второй бросок, видимо, по воротам Лорда. Я просто вот на чат отвлекаюсь, да, смотрю какие-то интересные моменты, вопросы. Тро ошибается. Ой-ой-ой. Тут пузик, ну, смотри, ну, вроде как. А здесь нет, Лорд выезжает, нет, и успевает. Здорово сыграно, но шайба-то сейчас... Эх. Могла сейчас как-то отскочить. Было бы весело. Ну, тут опасный момент будет, наверное, уже у ворот бандитов. Дро, неплохая передача. Хорошая передача, очень хорошая передача, но здесь Ньюби классно стопил фустератора. Тот вообще ничего не смог противопоставить. Вот и дальний бросок от... А кто, Валя бросал или кто там был? Не видел. Нет, ну точно не Ньюби был, но кто-то из полевых игроков. Скорее всего, Пузик бросал. Ну, уже ближе, все ближе подходит к воротам Лорда. Пока, опять же, повторюсь, никакой конкретики. Хороший бросок, Гузлик тащит. Вот это прям уже основательный момент такой. Хороший бросок, действительно. И хороший сейв. Вратарь Раффлс в игре. Уже третье спасение на его счету получается. Ну, такое. Третий бросок. Бандитов. Ох, какой пузик бросок-то дал. Я что-то на чат отвлекся. А здесь смотри, какой неожиданный. С левой по центру. Ну да, ну, чуть вот выше клюшки кинул пузик. Неудобная высота. Да, 3-1. И цепляется за игру бандиты. Ради... Да, бандиты все еще в игре. Ну, неожиданный был бросок. То есть как будто бы... Я бы на месте Лорда, наверное, не ждал бы его, эту шайбу, что он так аж полетит. Да, как будто бы бандиты достаточно бросали с таких позиций. Ну, посмотрим, что будет дальше. Возможно, сейчас бандиты поняли, как можно удивлять Лорда. Ника пишет, вообще в составе бандитов играет легендарный снайпер Пузик Джан. 103 броска на 20 голов в квалификационном турнире 22-го. Ну, то есть, грубо говоря, год назад был турнир, который в августе, да, я так понимаю, проходил. А, черт его знает, когда он там проходил. Это, ну, в принципе, не важно, наверное. Ну, статистика, конечно, интересная. А, в январе 22-го. Стоп. А, ну все. Теперь я понял, что это за турнир. Это на нем я еще не участвовал, получается. Куча, какая неплохая передача по направлению, но Пузик тут свалился. Дро принимает хорошая, ну почти хорошая передача на Зэдди. Зэдди разворачивается, возвращает Дро. Ну вот, сейчас немножко Раффлс пытаются какую-то тактику. Какие-то вот пасы у них пошли. Тоже интересные. Здесь вот вокруг ворот шайба. Щелочку не нашла для того, чтобы забраться здесь. Ну, доктор Пиво просто выбросил шайбу в надежде на то, что Пузик ее примет, а там нельзя было ее никак принять. Ошибается сейчас при выносе игрок Раффлс. Ну, Зэдди цепляется, смотри, тут пиво обыгрывает и отдает хороший пас на Дро. Но Дро, опять-таки, в стиле Зэдди. Ой, фустератор, зачем он это сделал вообще? Это приводит к выходу 1 в 0. Посмотрим. Но Пузик, Пузик куда он уехал? Ух ты! Все-таки попал. Смотри, Лорд даже клюшкой не дернул, потому что он думал, что, скорее всего, уже, ну, не будет броска. Ну, прям острейший такой угол. С такого, наверное, только Ника бросает. Ну, Ника и Пузик.
Да, Так в вот одном ряду такое. стоят, похоже. Это надо уметь так совместить, да? Ух, еще тут момент. Хороший Так. пас, кстати, Пиво. поперечный. Хороший момент. Бросок выше вроде как. Пока Пузик единственный, да, который игрок в составе бандитов, кто прям здорово момент реализует. Явно больше 19% здесь. Реализации. Вот наброс от того же самого Пузика, если сейчас не ошибаюсь, или от Кучан там рядом были. Лорд шайбы. Ну, сейчас Раффлс, наверное, будут аккуратничать. Вот Лорд в целом все правильно делает, тянет немножко время, ищет передачи. Хорошо, хорошо. Тут темп, но тут зайди, да, немножко неудачно переправлял на фустиратора. Или там на дро. На дро скорее. Да, кстати, у нас счет близок к ничейному и 2 минуты до конца, поэтому есть вероятность. Я бы посмотрел на серию булит, на самом деле. Было бы весьма и весьма интересно посмотреть, кто же первый дрогнет. Потому что в целом и те, и те в серии 1 на 1 могут как забрасывать, так и сейвить. То есть... Ну, пока поворотом Ньюби у Раффлс вообще перестали атаковать. То есть, что-то я в последнее время не видел особо бросков. Ну, кроме неточных. Имею в виду в створ. Посмотрим. Ну, как-то вот они пытаются сейчас, да, вот удерживать. Играют плотно с игроками. Ну, в целом все правильно, да? Но вот тут момент, смотри, Пузик. Ух ты, как обводит Зейди и... Ну... Это передача была? Как будто да бы на это дальнюю скорее, штангу. Наверное... Ну, непонятно, что это было, но в целом это было... Я бы даже сказал, наверное... Нуби хорошая передача. Ай-яй-яй. Какой момент. Там ай-яй-яй. Кто-то... Куч, по-моему, Куч, коснулся. Да. Куч еще здесь момент. Эх. Ну, смотри, как насели это сейчас синие. Ну, конечно, у них 30 секунд остается. Требуем булиты. Им нужно сейчас тут полностью перехватывать инициативу. Ой, какая передача была хорошая. Ну, Куч подвинулся и дрон... Ну, дро, наверное, здесь не успеет сейчас да. ворота закатить. Но время потянет, то есть он может там выбросить шайбу, покататься с ней. В итоге даже оставляет шайбу своей команды. И Нуби здесь не совсем удачно. Ну, все. Да, все. Булиты ну, не будет. Ну, слушай, бандиты сейчас хорошо в концовке их зажали, правда. Ни к чему это хорошему для них не привело. Но как бы 3-2... Такая очень в целом равная игра по моментам. И у тех они были. Ну вот Раффлс за счет того, что выиграли начало, просто довели дело до победного. Я запускаю голосование в чате, чтобы забанить деда. Как бы ставьте плюсики. За то, что он отгоняет зрителей, я согласен. Да, забаним деда. Ставьте плюсики в чат. Ну, так, пока 4 плюсика. Но я думаю, вне зависимости от количества плюсиков мы его забаним. Поэтому, как бы... Блин. Рыж написал, чтобы... Видимо, в командах не будет никаких изменений. Ну, у бандитов оно и понятно, некого менять. И некому менять. А у Раффлс есть мотор. Ну, как будто бы, опять же, мне тоже непонятно, кого бы он мог бы заменить. Кто вот из игроков Раффлс не выделялся прям. В целом, как будто бы у всех были моменты и... Все могли... Ну, все остальные заслуживают для того, чтобы сыграть следующую игру, в том числе. Есть еще предложение банить тех, кто поддерживает деда. А вот на стриме у нас да, вот. График. Первая игра закончилась в пользу Raffles 3-2. Да, кстати, надо еще серии поменять, я забыл. Проигравший в этой паре попадает на Глаймов.
На довольно-таки разъяренных лаймах, я бы сказал. Нет, эта пара не попадает на лаймов. Ой, тьфу ты. Да, я что-то задумался о своем. Нет, нет, ни в коем случае. Эта пара попадает на нордиков. Да, да, на нордиков она попадает, что-то я задумался еще раз. Прошу прощения. На лаймов попадают проигравшие пары Дэнс и Пицца Кингс. Такая оговорочка произошла. Ждем, пока Зенни соизволит зайти. А теперь зайди, да, ждем. Угу. Go и Hail Mail, понял? Ну, а вопросов нет. Может и Hail Mail? Да. А вот вопрос, это не знаю. А вот интересно, тоже в том сезоне была такая опция, что ты можешь менять сервера. Как бы, ну, допустим, одна команда выбрала там третий сервер, другая там пятый, да? Ну, ладно, там первый и третий. Они вроде бы разные, да, были хостингом. А вот, например, вот сейчас, если бы такое же правило сохранилось, и команда могла бы выбрать сервер, но при этом вот игрок бандитов не мог бы зайти на него, то что-то, да? Как бы, вроде бы и ситуация-то... Ну, то есть игроков там одних можно понять, что они хотят на другом сервере, но при этом другие не могут. И как будто бы два раза команда могла бы играть на сервере, который не удобен. Ну, пузик зашел, посмотрим. Да. Пинг. Ну да. То есть здесь такого не произошло, 55. Но вот как будто бы. Не знаю, какой дефолт пинг у пузика, но у него 55. Здесь. Я думаю, это нормально для него. То есть и для меня, скажем так, хорошо, когда он в целом может заходить на сервера. Потому что, насколько я знаю, вот реально там ребята специально вот играют на X, на Y серверах, которые, как правило, неудобны многим, просто потому что нет никакой альтернативы. Но сейчас получилось, поэтому все хорошо. Ну вот, да, и Hail Mail сейчас в целом такой очень хороший сервер. И надеюсь, что там... Ну, у большинства действительно он идет очень хорошо. Ну, также я слышал людей, которые жаловались, но в целом привыкают все, так как действительно это приоритет. Значит, люди должны уметь подстраиваться. Здесь вновь был такой дальний наброс сейчас, но в этот раз он... Зайди, неплохо. Он завершился все-таки шайбой. Я хотел сказать, что он не завершился, но после такой непродолжительной атаки Зайди... переправляет ее в ворота. 15 секунд потребовалось всего лишь для того, чтобы Раффлс повести. В прошлой игре, по-моему, чуть-чуть меньше времени на это потребовалось. Хорошо блокирует сейчас бросок. Кто у нас там был? Ну, все тот же Зэдди. Сейчас и в защите, и в атаке отрабатывает. Хороший сейв от лорда, прям шайба аккурат в девятку летела, и вот он ее тоже так хорошо прикрыл. Так, здесь дальний бросок от Ньюби, по-моему, чуть-чуть мимо. Нет, голы не суммируются, просто БО3. Это Мугис что-то тут заспамил. Капец. Какая-то паста. Какой-то текст. Ладно, мы ближе к игре все-таки. Бандиты шайбой. Пузик, такой бросок. Лорд в целом справляется, но... Я бы даже сказал, слегка неприятный. Такой дальний наброс. Ну, только если слегка. Во всяком случае, такое тоже можно пропустить. Ну, хорошо, сейчас шайбу в зоне зайди. Но как бы... Тяжело было. И привело это к атаке. Бросок мимо. Хотя, мне кажется, можно было на куча отдавать. Или кто там был?
рядом. Там был вроде как пузик, но пузик развернулся почему-то просто и все. Поэтому, видимо, бросок был. А бандиты с чатом играют или без? Да, вроде бы с голосовым, да, кстати. Ну, может быть, просто поступила такая информация, что типа я буду сам решать, поэтому он, может, развернулся. Ну, во всяком случае, имеет право. Да. Нуби вышел убивать. Это должно было звучать страшно. Звучать страшно должно было, на самом деле. Здесь Зэдди отдал передачу, ну, она не прошла, отскочила ему обратно. Тут как бы... Фустератор. Да. Ух ты. Ну, хороший бросок, жаль, мимо. В стеночку сейчас сыграли игроки бандитов. И смотри, как хорошо находится пиво. Но угол такой себе для пива, хотя бросок будет. Ну, попал в сетку с лишней стороны. Ух ты. Но все-таки момент завершился гол. Я думал, что момент заигран, отвлек. Чата здесь Кузик тут как-то до него как-то шайба неожиданно дошла, и вот он с левой, что ли, руки. Классно. Ну, фустератор загнал. Там вроде замешкался. И пиво подсуетился. Скинул шайбу на пятак. Все круто. Ну, хороший момент. Бандиты не отпускают Раффлс далеко. Куч. Неплохой пас на пузика. Тут ищет варианты. В целом можно отдать налево, наверное, или набросить. Вот, ну, наброс. Но это уже... Я не могу назвать... Ну, здесь фустератор ошибся. Вот, может быть, чуть-чуть бы точнее, она бы классно зашла под штангу. Что у нас тут? В чате там что-то интересное обсуждают. Я пока не понимаю. Что? Криаболтуса руинит игру дро. Ой. Пока дро сам себе всю руинит. Дро, получается, в соло вытащил первую игру, так что можно. Ну да, но пока все-таки Зэдди отличается со знаком плюс и лорд. Что Зэдди, хорошая передача это... на пузик, тот хорошо принимает и оставляет на пиво. Ой-ой-ой, ну. Как-то не очень хорошо. Но тут еще момент. Это же излишняя игра в стеночке. Наверное, все-таки там стоило кому-то из них бросить, чтобы создать таки угрозу воротам Гузлика. И последняя атака ничем не заканчивается для бандитов. Счет 1-1. Да, главное, чтобы Нуби свои ворота случайно не забил. Но все этого возможно, не происходит. Валя здесь отлично сыграл. 1-1, да. Ну, интересно. Да, игра поинтереснее стала. Нету явного преимущества ни той, ни другой команды. Ну, как будто Раффлс под конец чуть-чуть меньше стали атаковать. Вначале прям была серия, а вот сейчас... Это бандиты пошли вперед. Ну слушай, вот как будто бы и в первой игре особого преимущества не было ни у кого. Под конец, может быть, у бандитов преимущество было все-таки, но в целом не знаю. Ну, начало было за Раффлс, да, дальше игра подравнялась, и в концовке уже бандиты прям там овладели инициативой, но немножко не дожали. Ну и в целом это привело к тому, что игра получилась действительно равной. Но здесь абсолютно то же самое, такая же история. Тут люди ждут автогол от Нуби, как и я, в принципе. Но я, в принципе, да, я жду и просто гола от Нуби, как бы. Я думаю... Неважно, в чьи ворота, главное, что был. Да, да. Неплохая передача на пузика вперед. Тот может бросить. Бросать. Угу. Ух, как низом. Еще бросок. Ну... Но это все пока
в молоко. И еще бросок. Но это уже вроде как в створ было. Это было ближе, да, но все-таки, мне кажется, оно в штангу бы прилетело. Там лор чуть-чуть переправил, правильно сделал. Ух ты. Тут Зэдди ищет у чужого пятачка моменты. Кстати, заметил ты, что сейчас у них Зэдди стал больше на острие играть, нежели дро. Интересно, с чем связано? Ну, может быть, со сменой сервера и улучшением условий зачем игры. Зачем фустератор здесь дает передачу верхом? Дро же ее не принимает. Там, Но по-моему, здесь верхом не пользуется было, но, в принципе... неважно, тут дро... Дро... Дрогу... Дро. Дрогу... Дрогу... Сами себе привезли бандита. Довольно странный момент был. И бросок по своим воротам с фейсофа. Сейф. Ну, битащит. Да. Ну, то есть, казалось бы, сначала ошиблись Рафл. Вот такой вот странной передачи за свои ворота. А Пузик в итоге ошибся. И в итоге, короче говоря, привело это к взятию ворот. Валентин, добрый вечер. Я правильно понимаю, да, что это Валентин? Валентин, добрый вечер. Нет, все-таки здесь Зэдди, ну да, здесь Валя что-то немножко... Заскучал. Заскучал, мне кажется, Валентин. Да, соскучился по промахам по шайбе. Да не то, что по промахам, наверное, здесь зря выезжал, может. То есть как будто бы вот, ну не получилось в этом моменте все. Ни Зэдди толком не застопил, по шайбе не попал. Ну и еще вот и еще пропустил. Один выход. Зэдди берет шайбу. Смотри, как активизировались Раффлс. Это вот... Ух, ой. Ну куч. Тут тоже вот вчера не мне проще. Ховал парочку таких забил в свои ворота напротив вас. Я что-то вот и не помню. Вот. Ну ладно. Ну это так. На честном слове. Что я хотел сказать? Вот Раффлс взбодрились, но вот интересно, за счет чего? За счет своих каких-то резервов? Или все-таки то, что... Поникли бандиты, вот в том числе из-за каких-то вот ошибок Вали. Ну, тоже вот интересно. Ну, как будто бы все в совокупности так. Вот сейчас и Пузик тут тоже не принимает. Ну вот видишь. Ну ты засейвил, значит, головы не было, правильно? Все. Вопрос закрыт. Я так считаю. На самом деле я даже одного не помню, если честно. Было, было. А, ну просто в той игре ты не играл. А, в ну, игре, по-моему. Тогда ладно. Ладно, давай ближе к матчу. Здесь, ну, пока тоже особо комментировать нечего, но вот подход бандитов к воротам. Ну почему-то все подходы, вот даже заходы в зону Раффлс, они заканчиваются просто броском синей линии, совершенно не опасным. Даже в створ в основном не залетают эти броски. Как бы лорду очень редко приходится вступать в игру. Тут опасный момент был у ворот Нуби. Еще ой. Момент. Тут сейчас шквал, да, каких-то бросков, все неточных, вот так дро, вот так вот. Ну, тоже такой на шару немножко. Зайди здесь, потерялся, и ух ты, Пузик Пузик может. Выход. Будет выходить. Ой, как перебрасывает, отлично. Ну и голевая от Нуби, как бы. Добрый вечер. Вот уже первый балл занес в актив. Ну, блин, мне нравится, как сейчас Пузик ее подкинул, прям так... Круто. Вот Ника пишет, что представьте психологическое состояние бандитов, когда им пустые влетает шайба, которая только что у вратаря была. Да такое ощущение, как будто бы бандиты уже с этим должны просто смириться, жить как дальше. Мугис пишет, что во второй стадии нижней сетки команда опять встретится. Ну да, кто выиграет эту пару, пройдет на Нордик, а соответственно, кто в паре с Нордик проиграет, попадет на проигравшего этой пары. То есть, соответственно, наиболее вероятно, что этот матч мы вновь увидим, но уже в нижней сетке. Только он уже будет за вылет с турнира. А что, здесь... проигравший ни с кем играть не будет? Просто там... Да, там, по-моему, как раз-таки пропуск идет матч, потому что... Понял. Потому что.
Потому что у них в паре Нордик, который ни с кем не играет. То есть там некому проигрывать. Это так объясняется. Так, пиво. Смотри, вот опять момент. Хороший момент. Пузик и пиво. Пузик сам, ух ты. Что-то как-то, по-моему, заблокировал, да, кто-то из игроков? Да, да, да. Не заметил, кто. Еще, что это передача была, бросок, ну... Ну, что-то такое, да. Что-то между. И здесь хороший момент будет еще... Мимо. Бросок куда-то туда. Вот бандиты опять к третьему периоду активизировались, и Раффлс опять подсели. Ну, что-то мне кажется, что сейчас как будто бандиты должны дожать. Ну, как будто бы надо и булит. Ну, это вот бы хотелось, да. Но просто... Ух ты, хороший такой бросок. Мог быть. Юби здесь хорошо справляется. Ну и как будто бы все-таки надо третью игру, хотя как будто бы и не надо, потому что уже как бы и четвертая для нас эта игра. Ну, не знаю. Ну как будто бы и момент у Пузика, ну... Затянулся. Пока сегодня всю остроту в атаке делает им Пузик. А напомню, что там Ника писал, что что-то там 19% реализации было. Ну, острота остротой, а как бы две заброшенные шайбы. Ну и в прошлой игре тоже. Ну да. Это мало. Ух ты! Какую эластику сейчас вытворяет. Этого мало, но справедливости ради, ты моментов у бандитов вот только сейчас начинает набираться. То есть вот они наседают, вот это вот их игра. Ловят противников, а те как бы приседают. Передача на Пузика. Нет, она не доходит. Тяжело было ей пройти, нужно было сквозь две клюшки Раффлс. Первую-то прошла, а вторую там, по-моему, кто-то заблокировал. Вроде бы был это зайдет. Но тут ошибка. Пузик вот прокидывает, вроде даже успевает к шайбе. Нет, не успевает. Здесь Раффлс уже впереди, бандитам надо защищаться. Чуть больше 2 минут до конца третьего периода, и еще ничего не решено. Скажу так. То есть хорошо борется пиво. Но пока от куча вообще ничего. То есть как будто бы я лично я ждал чуть побольше от него момент. Классный момент, что не реализовал фустератор. Хорошую передачу, точнее. Абсолютно ее. Скажем так... Потерял. Хорошая передача на фустератор, но тот снова не принимает. Опять не принимает, не знаю, волнение, нехваток скилла или чего. Пузик с шайбой уже в какой раз мы называем. С ворота уехал. Ух ты. Можно добить. И тут будет бросок, но мимо. Как-то... И Нуби должен выходить, давай. Выходит, но тут... Ну, в принципе... Пока все в пользу бандитов. В принципе, да. И отбились. Сейчас. Но тут все равно неразбериха, и в итоге вот просто выбрасывают шайбу минуту до конца. Есть еще время поатаковать, то есть, но как будто бы Ньюби зря эту шайбу выбил. Вот сейчас Раффлс просто отбрасывает. Снова выбил, но здесь еще есть Пузик, здесь он может зацепиться. Пас. Пузик. Ой-ой-ой, уф, как он ее вколотил. Да. Смотри, третью шайбу хит-трик оформляет Пузик. Прям. Герой бандитов. Ну, слушай, как будто бы вот мне показалось, что он промажет. Он прям так сильно ее зарядил, если бы он попал в штангу. Ой-ой-ой! Нуби! Вот здесь без комментариев, извините за эмоции. Казалось бы, вот только-только команда пришла на ничью, и следующий же момент. Бля, я не могу, все, заканчиваем жалко. Репортаж. Валю жалко, но... Миша, давай по новой. Не могу уже. Ладно. В принципе, остаемся. Действительно, ладно. Ой! Тут вор чуть подобное. Повторить своего визави. Есть еще 10 секунд здесь. Шайба. Ну, тут могут, да, зацепиться еще. Ух, как хорошо, тут шайба куч. Время. Куда, нет. Да. Ну, все. Совсем не то.
И 4-3. 4-3. Ну, блин. Ну, как будто бы так не должно было быть. Ну, как будто бы да. Наверное. Ну что ж. Чат, какие эмоции у вас? Я думаю, что эмоции, как бы, даже можно не спрашивать, там у всех ха-ха-ха, да, наверное. Мне стало жалко как-то сейчас немножко бандитов чуть-чуть. Ну, вот так, такой вот исход. Бандиты, говорит, возможно, специально проиграют, чтобы не играть снова. Да, если бы я играл в команде, и у меня был бы шанс поиграть против нордиков, я бы в любом случае этим воспользовался. Так что сомневаюсь, что это было намеренно. Плюс против нордика командам такого уровня бой абсолютно точно можно давать. Тем более, что непонятно, кто играет на воротах-то у Нордик, либо Элент, у которого будет наверняка большой пинг, либо Рон, у которого тоже гарантированно за 70 дают. Ну что, Олег, как тебе вообще в целом это противостояние? Заслуженно ли Рафлс выиграть его? Наверное, да. Раз выиграли, значит, заслуженно. В принципе, игра была равная. Ну, как будто бы в первой игре победа их была более, скажем так, ну, не очевидно, но во всяком случае, ну, как будто бы заслуженно, да, если называть своими. Но все-таки вот во второй игре бандиты ошиблись, к сожалению. Да, такой да. Такой важный момент. Да, 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 да. И давали то, да, что да, могли да. бы. Поэтому... Ну, желаем не расстраиваться, то есть в целом будет возможность, я думаю, взять реванш, если Нордик обыграют Рафлс. Я думаю, что тогда команда бандит очень заряженными выйдут и 100% реванш сомневаться не будем. Ну, в общем-то, вот первая пара четвертьфинала определилась. Raffles Barbecue сыграют с Nordic Union. Ну, тоже интересное противостояние. Но Nordic здесь, конечно, выглядит намного сильнее, даже несмотря на вратарской линии сейчас определенно, ну, такой некой неопределенностью. Все равно Егорка и компания как будто бы без проблем должны проходиться по соперникам. Ну, вот. Так-то да. Ну, наверное, это все на сегодня. Такие вот у нас получились встречи. Напомним, что Ice Creamers выиграли у Лаймов в обе встречи. 8-1 и 9-2. Сейчас Raffles обыграли бандитов также дважды. 3-2 и 4-3. Противостояния были абсолютно разные по характеру и даже по интересу. Сейчас была более такая накаленная. Так что мы надеемся, что и дальше будут радовать такими же интересными встречами. Ну, жаль, что буллитов не было. Жаль, что на Мнубе все тут, все наши ожидания. Ну, хотелось бы посмотреть на буллиты, да, потому что пока что вот не нахожу я пары, где буллиты могут быть сильно очевиднее, чем вот в этой паре могли быть. То есть, действительно. Ну что, Олег, давай заключительную речь и будем завершать сегодня наш стрим. Да, всем спасибо за просмотр, Нуби за прекрасные эмоции. Ну, я бы поддержал его, на самом деле, все-таки тяжело. Ну, я думаю, что Нуби не впервые уже. Нуби уже, наверное, даже привык, можно сказать. Ну, если Валя меня слышит, я выражаю лучи
поддержки в любом случае, потому что я... Да, все будем поддерживать Нуби. Я бы хотел сейчас увидеть Нуби в чате, но его здесь нет. Что с Нуби было? Не знаю, что там с Нуби было. Вот я вижу, Пузик сидит на стриме. Да тут и Куч, и Пузик, я так понимаю. Так смотрю через модератора. Вот, ребят, от нас, от меня, вот, передайте лучи поддержки, сдавайтесь. Все у вас получится. Ну, а Рафлс, желаем удачи в следующей стадии. Да, все? Да, все. Мы все. И всем пока, и всем. С нас все. И мы все, и всем все. И все, мы все.